Что, Леся, не достать, да? Не достать. Ага. Купил игрушку. Уверяли продавцы, что такую ни одна собака не погрызла. Если хватило на 15 минут. А все равно рвется. Хотел ее взять. Привязал к елке. Оторвала. Так, оторвала. Как сейчас забрать? У нас все растаяло. 14, вот теперь 14 градусов тепла. Леся, не надо грызть. Леся. Перемотал же проволокой. Оторвала. Думал, уже поиграйся так. Не, это не я. Леся, ты отдашь мне? Я тебе другую игрушку дам. На другую. На, Леся. Дать тебе другую. Смотри, что у меня есть. Леся. Удастся обмануть или нет? Чтобы забрать то, что хочешь, надо бросить что-то другое. Вот, можно надурить лису. Но это ты долго не поносишь, это тяжелое. Все? 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 Вот так даем поиграть. Поиграться-то все равно что-то хочется снова. Да. Но потом приходится забирать. Ой, жулики. Не дам больше такую. Пошли, я тебе дам другую, которую у тебя не получается разгрызть. Пошли? Пойдем?